так, Данил, мне кажется, бутылки вот эти, их надо под стол убрать, они мешают. Все, мы ждем гостей. Вишня, покажись. У Вишни бантик под цвет моих штанов. Сок убирай, конечно, под стол это все. Люди захотят, выпьют. У меня тут кровавая Мэри. Данил ее делает очень вкусно с вустерширским соусом. Поскольку у нас большой праздник не ожидается, просто прийти немножко отпраздновать, я приготовила куриные отбивные. Тут нарезка колбасная, сырная. Если что, еще подрежем, это мы часть только добавили. Чтобы вы не подумали, что мы жмоты. Вот. И тарталетки с разными салатами сделаю. И, наверное, салат надо уже заправить и тоже поставить на стол. Вот. Вот моя красавица. Вот моя красавица. У меня даже носки сегодня с вишней. Мы сегодня с ней в одном стиле. Да. Вот, да. В общем-то, на самом деле, я думала, сейчас я как с утра встану, как мы с вами снимем, как я хожу по магазинам, как мы закупаемся и все такое. Потом я сниму, какая я молодец и хозяюшка, как я все это готовлю, режу и т.д. и т.п. Я поняла, что нет, у меня никаких сил нет. Да, и можешь размешать. Чуть-чуть. Ну, добавь еще чуть-чуть на свой взгляд и вкус. Вот, но я поняла, что я не в состоянии что-то сейчас снимать, надо быстро-быстро все готовить, потому что гости на пороге, а я проспала сегодня все на свете, что могла и не могла. Так, у меня уже пришла Даша и подарила мне что-то интересное. Я начала распаковывать, но поняла, что там что-то мега крутое, и надо это делать на камеру. Ты снимаешь точно эту кнопку, нажал? Вот тут ты как всегда. Это видео? Это что такое? Такое? Напиток, ну типа как бы тапиоки должны были быть. Но это не тапиок. Что такое тапиок? Я тоже хотел сказать, что такое тапиок. Это азиатский напиток. Я даже не знаю. Это вот кофе? Вот это вот типа кофейный, но с какими-то дополнительными... Очень дикая красота. Как вкусный. Это тебе сделать день рождения. На следующий. Ой, залетела, типа, в рекомендации, набрала еще просмотров и принесло мне что-то там сколько-то подписчиков. И мне приятно. Миллионы-миллионы. Да, миллион. Да. И, типа, Данил сказал выпить мне шоты. Да, два шота. Поэтому я пью за вас, мы. Этот маленький бронепоезд. И за Дашу, чья счастливая да. рука принесла мне 1000 просмотров. Хотя обычно мои видео набирают не больше 80. Давай. Пей, пей, пей. 80 тысяч, а просто 80. Пей давай. Возьмите родителей. Всё, не снимай, пожалуйста. Давай. Да, ну все, включай, правда. Доброе утро, котятки. На самом деле уже не утро, а день. Но, как ожидалось, после дня рождения я бы хотела поспать до часу, прийти в себя. Нет, уже в 10 утра мне начали писать с работы. Все это время я работала. У меня даже не было возможности попить кофе. И вот только сейчас, ближе к часу дня, у меня появилась такая уникальная возможность. Поэтому пойдемте хлебнем кофейку. Thank you.
Кофе у меня уже сварился, и пока Данил наслаждается ароматными, вкуснейшими и незабываемыми брокколи с курицей на пару, я позавтракаю бутербродами. Мне еще осталась колбаса со вчерашнего дня. Так, ну и конечно же клетчатка наша все. Стебелечек сельдерея. Для поднятия боевого настроя. Сейчас мы обычно клетчатки съели. Ой-ой-ой, давайте пошутим, пожалуйста. Но по возможности, если честно, я всегда стараюсь в каждый прием пищи добавлять немножечко клетчатки. Какой-никакой. Хоть это будет две помидорки черри, хоть это вот три веточки сельдерея, это уже лучше, чем ничего. У меня черрики. Четыре штучки возьму. Ты вообще не завтракаешь? Я еще вообще ничего не ела. Так, вот такая у меня тарелла получилась вкусная. Я пошла завтракать. Приятного мне аппетита! О, божечки, кошечки. Я садилась работать, было светло. Был примерно где-то час. Я на видео говорю. А, я думал, что-то нет. Был где-то час. Ладно, пойдет. Был где-то час. Время уже 7, я только закончила. Практически закончила. Если мне сейчас еще правки какие-то не попросят делать. И, короче, я не знаю, мне это все, конечно, колоссально не устраивает, потому что, типа, воскресенье. Типа, у меня выходной день числится, камон! Хочу отдыхать, а не сидеть целый день за компьютером. Нет, я хочу сидеть целый день за компьютером, и более того, хочу монтировать видео, но свои, они по работе, как бы, на воскресенье. Поэтому ситуация меня, конечно, немножко сейчас накаляет. Что, как бы, воскресенье, 7 вечера, я только встаю из-за компьютера с законченной работой. Жесть. Ну, к слову, меня тут знатно подбадривает кровавая Мэри Данила. Очень вкусный коктейль. На самом деле сделано как в профессиональных барах. Вообще ничем не хуже. Очень круто, очень вкусно. Он сюда добавляет еще оливочку и веточку сельдерея. Я прям кайфую. Вот когда он делает кровавую Мэри, я прям ликую, радуюсь и праздную. Но тоже много ее не выпьешь. Потому что. Даже объяснять не буду, почему. Короче, я тут добралась до Дахиного подарка. Она мне подарила корейские мармеладки. Вроде ем, думаю, ну, как бы, похоже немножко на Харибу. А потом приглядываюсь, что они внутри как хрустальные, очень красивые. Сейчас на свет попробую сделать. Даже вишня оценила. Так, это не тебе. Уйди, вишня. Нет. Блин, как показать-то вам? Сейчас вспышку попробую включить. Вот я включила макросъемку для этой уточки. Посмотрите, насколько она детально сделана. Там внутри кто-то есть. В общем-то, очень крутой подарок. Не думала, что меня настолько могут впечатлить обычные мармеладки. О, божечки-кошечки, уже 3 дня я снимаю это видео и никак не могу с ним закончить. Извиняюсь, я тут рис варю на завтрак, всю гречку съела. Блин, жалко. Но рис тоже неплохо. Поэтому вода тут будет кипеть. Короче говоря, ничего интересного за выходные, наверное, не произошло. Кроме того, что я круто отпраздновала день рождения. И крутость была не в том, что там было что-то ярко-феерично, а пришли люди, дорогие моему сердцу. И мне кажется, мне было просто приятно в этот день находиться в их обществе. Подарили мне классные подарочки всякие разные. Марк подарил бокалы, бутылочку вина, которая у нас стоит в серванте до особого случая. Женя пришла, подарила мне классный чокер, который она сделала своими руками, и сережки. Мне они очень идут, и я сейчас хочу под них заказать вязаный топ, как порекомендовала Дашка. Чокер, может быть, чуть позже покажу, потому что я сегодня еду в Тюмень к маме погостить, как я уже сказала, а может, не сказала, не знаю, я потеряла уже сама нить своего повествования.
Вот. И, короче говоря, чокер я по-любому туда возьму, потому что очень он мне понравился. Я давно такой хотела, а Женя как будто бы угадала. Вот, что еще из такого? Не знаю. Я вот сейчас на себя смотрю и понимаю всю силу кератинового выпрямления, потому что я только помыла голову, даже феном ее не сушила, она у меня сама подсохла. И посмотрите, как опять легла челка, нормально, прям так, как мне надо. С учетом того, что я пудель, у меня волосы пористые, пушистые, которые вообще не послушные, а я просто помыла голову, и волосы легли так, как надо. Поэтому кератиновое выпрямление — это классная вещь, ни за что от него, наверное, не откажусь никогда. Все, кидаю с пакетик с рисом в водичку кипящую. Я испугалась, я думаю, кто там за окнами ходит? Что это такое гремит? А там, короче, не знаю. Ты как тут оказался? Эй! А вообще, я тут пришла к очень важному выводу, который... Типа, мне сейчас кажется очевидным, когда я его обмозговываю, гоняю мысль в голове. Ну, типа, нужно уметь выстраивать личные границы и уметь говорить «нет». Я, типа, сейчас как будто Америку, да, открыла, но мне кажется, здоровым, проработанным людям в этом плане гораздо проще. Они-то это все понимают, им это как нечто естественное. А для меня это прям открытие было, когда у меня сейчас появилась возможность недельку отдохнуть. Мне сели на голову, грубо говоря, с работы и сказали: работай. А что ты будешь неделю делать? А вот тебе нечего делать, а вот сиди и работай. А мне как бы было бы чем заняться, я бы нашла себе развлечение. Вот, я еду на неделю к маме, как я уже точно сказала, да. И уж поверьте, там бы я нашла чем себя занять. Ну, никак не работай. Ну вот я уж подписалась под это, да, как бы надо тянуть эту лямку до конца. Пришел Данил на обед. Поставил себе брокколи жариться на кунжутном масле. Я, кстати, рис тоже с кунжутным маслом сейчас поела, вкусно. И там оливковое еще, на оливковом можно. И варит себе куре филинное, как я это называю. Чуть плита грязная, надо протереть, кстати. Так, а я вам вообще-то хотела показать, что мне подарила Женя. Тут вишнины кости, господи, копыта эти. Ой, Женя мне подарила вот такой вот замечательный чокер. Сейчас я его надену, покажу вам. И вот такие вот сережки. Вот это мои сережки лежат, потому что я надевала Женины. Вообще классные. Просто мне идут очень такие цвета. Я за себя это знаю. Привет. И прям классные они. Вот я под них хочу какой-нибудь вязаный топ такого же цвета примерно. Так, почему у нас простыня на дверях? Странный моментик. Вот застежка очень классная, быстро надевается. Вот. Мне кажется, мне очень идет, да? Сразу прям выделяется, что у меня шея-то тонкая и длинная на самом деле. И она у меня есть. В общем, мне очень понравилось. Сейчас хочу под это дело, короче говоря, я уже сказала, вязаный топ хочу. Все, надо его только найти. Так, а мне сейчас будут делать кровавую Мэри перед отъездом. Тут варится брокколи, тут варятся яйца. Тут варится собака. Тут сидит собака. На своем традиционном месте. И на этом я, наверное, с вами попрощаюсь, потому что снимать... Так, эй, цензоры. Не надо вот это в кадре. На этом я с вами прощаюсь, потому что рассказывать мне уже особо нечего. Сейчас я буду доделывать работу, выпью еще бокальчик Мэри и буду собираться к маме. Вот, мам, привет. Видео постараюсь выложить сейчас. А я... Данил предложил снять мастер-класс по Мэри. Предложил снять? Или вы стояли тут? Ну, давай, рассказ. 50 метров водки? Лед. Предварительно охлаждает стакан. Водка 50 метров. Причем я чистую водку не люблю, мне даже запах ее воротит.
Сады Придонья, классный сок. Вообще, для Мэри особенно, потому что пила Рич, добрый, ничего не нравится. Мне... Сок лимонный, 15 мл. Вот такой рекомендую. Ничем не отличается. Ну, вот, пила всякие Рич, Херич. Ничего не нравится, Сады Придонья только нравится. Бустрашевский соус рыбный. Добавку. Кровавая Мэри, это, в принципе, типа, считается похмельный коктейль. Да. Это коктейль утренний. Да, сейчас... Ты чего, с оливок кроссол слил? Нет, я же пью его. Красота. Красота среди белых.